200% урона, но он обычно без этого. Ну, конечно, перегру. Но это надо в куб ставить. Которого не одна. Жалко нельзя. А, это одноручный. Это двуручный, да? Угу. Не важно, все. Ой, ну. Тут синий кайф. Лего, да? Было еще одно. Мне жалко. Перчатки на 38 силы нужны. Прям тогда надо переменять. Надо вот так. 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 Я должен поплотнее сейчас стать. Надеюсь, по крайней мере. Так, ну обстрел точно надо убирать отсюда. Это бесполезный скилл. Что вместо него взять? Шакрам взять? На пачке мобов. Два шакрам. Топлю. Питер. Что, подожди. Чего? Нет, надо то оставлять. Херня. Мне нужна помощь. И то взять. Не, это лучше, смотри, сколько по ним заходит. Я только я врага кнопки даже. Да блин, они месяц что делают со мной? Да, меня тоже. У тебя 2000 хп, а у меня 800. Мне уже лучше. Они вбегают меня в клетку, садят, короче, начинают грызть. Это было крайне неприятно. Нет, я поменяю обратно. Еще не нравится. О! Ну, а щит, смотри, какой. Ну, ловкость, правда. Давай. У меня шапка с этим с гнездом упал. Шлем 10% дополнительного опыта. Красный, да? Так, рассекающий удар. А смотри-ка, там дальше можно пройти. Я просто пахнул. Да опять дышит, блин, непонятно. Слишком иронично дышишь. Не дыши. Сука, пидор с говной, блядь. Купал. С чем, Никита? А вот теперь представь, короче, что вот реальная ситуация. Говной? Да. Типа, пытаешься, проникаешь, значит, в бункер, а там как бы сам понимаешь. Там пидор с говной. Забавно. Давай сейчас выйдем из этого портала, пойдем купим шмоток. Посмотрим, что там есть в продаже.